специальное предложение сегодняшнего дня. Блузы, поцелуй весны. Посмотрите, какая это красота, посмотрите, какое очарование. Итак, специальная цена только на сегодняшний день. 1499 рублей. Заметьте, со скидкой в 1500 рублей. Это прекрасно. Поцелуй весны. Сегодня поцелует каждый из вас, кто любит флористический принт. Леночка, я дам тебе сейчас цветы для того, чтобы наши модницы смогли увидеть и убедиться, что цветы на нашей блузе ничуть не хуже, а может быть даже и ярче. Смотрели, видели ли когда-нибудь, чтобы цветы были украшены еще и золотом? Новые технологии сегодня позволяют женщинам выбирать не только золотые украшения, но и позолоченные цветы. Блуза представлена в 4 расцветках. Это мой выбор сегодняшнего дня. Я выбираю для себя оттенок кораллово-красный. В заказе он называется бордо. Но чтобы передать вам эти ощущения весны, я хочу вам сказать, что это нежно-коралловый цвет. Он очень милый, нежный. Ну вот второй цвет фиолетовый. Ты знаешь, Леночка, я обожаю фиолетовые оттенки. Если в вашем гардеробе тоже присутствуют нотки сирени, фиолета, это могут быть и брюки. Выбирайте для себя этот оттенок. С двумя остальными расцветками мы познакомим вас на нашем подиуме, где наши модели уже ждут встречи с вами. Смотри, Лена, наша блуза «Поцелуй весны» прекрасно сочетается как со стильными кожаными брюками Мелания, так и с юбкой из богатого кружева. Называется она «Лилиас». Мы выбираем сегодня еще один цвет на Татьяне Бабуровой. Это нежно-зеленый. В заказе называется «Серый», потому что здесь мы видим с вами дымчато-серый жемчужный цвет. Ну, а наша модница Светлана Красицкая выбирает очень элегантный ансамбль, я бы даже сказала, альтернативу вечернему платью. Этот цвет называется «Василек». И тон в тон под нашу блузу «Поцелуй весны» на Светлане юбка «Лилиас». Потрясающее предложение. Ты знаешь, я смотрю на наших девочек, я смотрю на тебя, и я хочу всем вам сделать комплименты. Вы прекрасно, шикарно выглядите, и я прекрасно понимаю, что затеряться в толпе с такой блузой невозможно. Я соглашусь с тобой. Давай посмотрим на эту чудо-ткань. В начале нашей программы я сказала, что не только цветы, но и золото украшает нашу блузу, и в этом сейчас вы убедитесь. Давайте поближе подойдем к этой блузе, и от вашего взора не ускользнет блеск золота. Если бы вы могли представить, насколько сложна технология появления таких тканей. Это велюровое полотно, но не совсем велюровое. Посмотри, Лен, здесь мы видим с тобой даже островочки шифона, вискозы. Это называется вытравленный велюр. Современная технология позволяет сначала наносить принт на велюровую ткань, а затем на участки принта наносится специальный раствор кислоты, которая сжигает ворсинки велюра и дает нам возможность увидеть этот прозрачный соблазн. Невероятное сочетание легкого вискозного шифона и велюра в одной блузе «Поцелуй весны» плюс позолота. Итак, дорогие наши девочки, выбирайте. Кстати, размерный ряд у нас представлен от 48 до 62. И я вам могу сказать абсолютно точно вместе со Светланой Воронцовой, что такого варианта в магазине не найти. Ну, однозначно, многие модели представлены на нашем телеканале только эксклюзивно для вас, уважаемые телезрительницы. Как выбрать размер? Анастасия Меньшикова носит 48-50 и выбирает блузу «Поцелуй весны» 50 размера. Сразу хочу сказать, блузу лучше брать на размер больше, ведь вы всегда можете носить ее как с юбками, так и с брюками. Для тех женщин, у кого богатый верх, полноватые ручки, я советую выбирать тоже блузу на размер побольше. Блузу можно носить как на выпуск, для обладательниц идеальной талии мы можем заправлять ее внутрь. Итак, хотите весной изменить себя и свой образ? Наши стилисты соберут для вас лучшие комплекты из самых последних новинок весенних трендов 2018 года. Вы ничего не теряете, звоните прямо сейчас. Блуза «Поцелуй весны» потрясающая и яркая, цена только сегодня 1499 рублей. И, кстати, присоединяйтесь к нашей семье Шоп-н-Шоу. У нас все самые красивые и самые яркие. Светочка, ты знаешь, вот меня интересует вопрос сегодня весь эфир. Как и с чем сочетать правильно такую блузу? Ты знаешь, вот раньше велюр надевали на праздники. Ты помнишь то время, когда велюр даже ждал выхода, чтобы женщина могла его надеть и подчеркнуть свой статус. Сегодня я советую, и со мной солидарны дизайнеры всего мира, велюровое полотно и современные ткани могут украшать
украшать женщину и в будни. Причем образ ее выглядит достаточно современным. Посмотрите на Татьяну Бабурову. Таня, так же, как и я, выбрала для себя брючный ансамбль. Это брюки Мелания. И, на мой взгляд, именно благодаря нашей блузе образ Татьяны выглядит и статусным, и женственным, и романтичным. И сегодня молодые девушки и молодые женщины не упускают возможности подчеркнуть свой утонченный вкус. Поцелуй весны. Эта весна будет для вас однозначно самой нежной и яркой. И многие дизайнеры предлагают вам сегодня выбирать именно флористический принт. Здесь мы видим средних размеров цветы, которые идеально сядут на и подойдут для любой женщины любого телосложения и любого возраста. Поэтому я смело могу назвать эту блузу универсальной базовой моделью. Итак, дорогие наши телезрители, звоните прямо сейчас. Специальная цена для вас, любимых, всего лишь 1499 рублей. Цветы для каждой женщины, букеты, которые представлены у нас здесь, это праздник. Будьте женщиной праздник вместе с нашим телеканалом Shop & Show. Итак, блуза «Поцелуй весны». Пусть весна в этом году у вас будет самая замечательная. Я даже хочу сказать, что вы будете зацелованы просто, потому что эта блуза подарит вам невероятное наслаждение и комфорт. Но ты знаешь, Лена, наши женщины сегодня уже умные модницы, и они выбирают не только популярные трендовые модели, но еще и ценят, насколько эта вещь их украшает. Давайте поговорим о стройности. Как важно для многих женщин выбирать вещь, которая делает нас лучше. Я хочу присоединиться к нашим моделям сейчас, и давайте я подойду к нашим модницам. Вы сами увидите, у нас у всех различный тип фигуры, но в этой блузе и я, и Светлана, и Татьяна чувствуем себя невероятно комфортно. Цветы, кстати, здесь играют еще одну очень важную роль, помимо эстетики. Цветы, за этими цветами прячутся секреты нашей фигуры. Я обожаю такие вещи, которые эластичны. Я говорю про ткань. Именно за счет эластичной текстуры ткани эта блуза подстроилась под мои формы. Но посмотрите, в области бюста у меня идет свобода. Мой животик и моя талия скрыты внутри. Причем богатый принт только лишь позволяет мне скрыть нюансы своей фигуры. Эта блуза сегодня порадует вас своими нежными поцелуями, нежными прикосновениями. На Татьяне Бабуровой 52 размер, Таня носит 50-52. Выбирая блузу, помните, что если вы выбираете яркие цветы, то можете украсить себя еще и кардиганом. Итак, выбирайте наше предложение «Блуза поцелуй весны» по цене 1499 рублей. Предложение только на сегодня.